чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в опале под ветром склоняясь растет. Кстати, уточнить, просто для справки, потому что в энциклопедии сетевой написано, что ты 3 года была в Америке, а в одном из интервью ты сказал, что полтора. Около двух, полтора, чуть около больше. Двух лет. Да. Хорошо, мы уточнили. Да, разоблачили. Не три года, это много, я там не жила. Скучаешь по Америке? Вообще нет, веришь? Вот я после того, как я уехала оттуда 10 лет назад, там не была ни разу, и, в общем-то, честно говоря, как-то не могу сказать, что меня дотянет. Я очень люблю Европу. Что в Европе, какое место любимое? Я люблю Италию. Ты знаешь, всю Италию я обожаю, и Флоренцию. Господи, как же тебе в Италии приходится? Хорошо! Выйти на улицу не можешь. Там такие жаркие мужчины. Ну там они же такие очень, они же замолчать не могут. Да, нет, на самом деле очень люблю Италию, и Рим, и Флоренцию, и Венецию, и Трезе есть прекрасный маленький городочек недалеко от Милана на прекрасном озере. Mm-hmm. То есть, вот знаешь, для меня самый идеальный отдых — это поехать в Италию, взять машину с какими-то близкими мне людьми и вот путешествовать. Знаешь, есть в этих автогриле вот это вот, знаешь, там на дорогах такие. Ты же не сама за рулем при этом? Не, ну когда сама, я очень люблю водить, так как я в Москве не вожу, Италии, я с водителем. Же, там, я понимаю, что там с промилле не так строго, как у нас, но в Италии ж не пить невозможно. Ну, согласна. Не, ну там можно немножко вина-то выпивать, но вечером с как бы можно немножко выпить. Зачем днем-то пить? Вечером надо начинать пить. Mm-hmm. За ужином. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24. Радиусы. Падают на асфальт цветы, в небе словно дым. Вместе с мечтой растворился ты. Читай. Вам случалось обсуждать фильм или книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, не смотрели, и что это было?
Честно скажу, не буду врать, случалось, притом не так давно, на одном из каналов я давала тоже интервью, и меня спросили, про смотрела ли я фильм «50 оттенков серым». Помимо того, что даже книгу не читала и не смотрела фильм, но примерно догадывалась, о чем эта история, и меня спросили, а что же вам там больше всего понравилось? Ну, я начала как-то, знаешь, так философствовать и рассказывать, ну что, это так прекрасно, это такой прорыв, это такое открытие сексуальности, что-то такое. Знаешь, я смотрю, так на меня ведущий так смотрит, мол, ну понятно, что я такая говорю, ну, в общем, да, короче, давайте закроем эту тему. Да, случалось, вот это было совершенно недавно, буквально неделю-две назад. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».